Колышки Амигос, это снова вы, снова я, и эта игра, чье название я вставлю сюда потом, если не забуду. Игра привлекла меня двумя вещами. Во-первых, мне сказали, что в игре кастуешь магию голосом. Я тут задумался, чтобы не сказать ртом, потому что кастовать магию ртом умела моя бывшая, но не я. Вот, и тремя вещами привлекла эта игра, значит, кастовать магию голосом в микрофон, и на обложке этой игры висели чьи-то две классные сиськи. Прям такие, да. Так, значит, сосредоточимся на кастовании магии голосом, но игра без русского языка, так что русскую магию игра не знает и не слышала. Но зато я смотрел Гарри Поттер в любительской озвучке, и поэтому и подслушал всю магию там. Знаете, это тот самый перевод, где там что-нибудь говорят, там «Люмус Максима» и голос за кадром «Умри, сукин сын!» Что-нибудь типа того. Так, наконец-то закончилась загрузка, заставка, в течение которой главный герой пешеходил по пустыне. Он 2 минуты шел по пустыне, я даже провафлил, нашел он там что-то или нет. Ну, и так. Угу. В судорогах и лагах он просыпается. Видать, с бодуна. Move your mouse. Ну, это я умею. Так. Минералка сапохмелитус. Видимо, еще магию не включили. Подождите. Обучение-то когда пропадет? Так, нажмите на пробел, чтобы прыгать. Игра, кстати, сочная, красочная, красивая графика забыснинра. Хочется побыстрее именно посмотреть на магию, которую надо кастовать ротом. Ну, я сюда свалился? Ага. Вот, наверное, ступеньки. Нет, это не они. А, вот. Не надо было сваливаться. Черт. Вингардиум Левиоса. Я помню, что от этого заклинания левитации я должен летать. Видимо, это такой маг, знаете, не тот маг, который старый такой пердун в халатике, в остроконечной шляпе со звездами. Он еще молодой, юркий маг-ученик. Hold left shift. Да-да, я холдаю left shift. Тихо-тихо поигрывает музычка. О, это что такое? А, это куст такой нарисовали. Мне показалось, что это какой-то скрюченный памятник, который держит у себя над головой, что-то замахнувшись этим. Но это, наверное, как смотреть на облака и угадывать, что на что похоже. Так, ну, обучение идет сразу и на клаву, и на геймпад. Что-то мне советуют посмотреть. Так, а если я геймпад выключу? Ничего не изменится. То есть можно было и с джойстиком играть. Но с джойстиком я в лару наигрался. Возможно, мне не понравился шутер, потому что на джойстике он, в принципе, не мог понравиться. Что от меня здесь хотят? Обучение пропало. Tomb Raider 2 начинается. Честно, даже не пытаюсь уже сам разгадывать эти загадки, где неясные условия, надо подойти просто к этим колоннам и нажать на Е. Не знаю, как близко надо подходить, я вообще пробовал до того, как пошел смотреть, кто как прошел этот момент, сам нажимать, но я издалека как-то, ну, играет про магию, оказывается, надо в упор подойти и на Е нажать. Ну хорошо, что дальше? Собственно, меня не очень интересуют загадки в этих ваших играх. Я хочу побыстрее дойти до того момента, где кастоваться будет магия в микрофон.
Отлично. Вот это вспыхнуло мне прямо в глаза, и в итоге теперь, наверное, дверка откроется. Причем здесь не загадка, здесь просто название английского. Тут было написано, что посмотрите на что-то и нажмите на Е. Вот на что посмотреть, ну, в принципе, да, логично, что больше-то здесь смотреть нахрен и не на что. Press J or Gamepad. Журнал. Во всех играх из глаз почему-то есть журнал, в котором главный герой неустанно что-то строчит. Так. Ага, и дверь закончилась. Хорошо. Это как, знаете, такое же правило, что в каждой игре с видом из глаз должен быть журнал, как если, допустим, какой-нибудь фильм или рассказ про группу выживших, и в этой группе, какой бы большой она ни была, никогда не будет двух человек с одинаковыми именами. Вот никогда не было такого, что, блядь, встретились два чувака в постапокалипсис, как тебя зовут? Боб, а тебя как? Тёски. Постоянно там Джек, Джеймс, блин, какие-нибудь совсем экзотические имена, но лишь бы не тёски, чтобы люди их не путали. А, так, что это? Эта карта напоминает мне карту из Итана Картера. Игру, в которой все логические загадки я решил сам, кстати говоря. Потому что я знал, на что иду. Я шел именно разгадывать. А здесь я пришел колдовать. Я хочу магия. Это как там? Акцио метла! О! Что за красота там такая на потолке висит? Видимо, в игре готовятся встречать Новый год и украшают пещеры люминесцентными грибами. Ну, это, конечно, видимо, очередная игра, которая теоретически должна была пойти на Oculus Rift. Чтобы люди, которые вбили 30-ку, по-моему, да, в эти очечки, в очередной раз бессмысленно походили и понаслаждались графикой. Ой. Да, надо мне что-то поменьше все критиковать, а то критикую. Ну, действительно, ну хотят люди играть в игры для Oculus Rift, где ни хрена ничего не происходит. Ну что, кто же в этом винит? Какая глупость. Я упал. Люмус, фонарь, фонарикус. Фонарис. Так. Где магия-то? I spent это то, что он, ну, запись какая-то. Я не вижу никакого заклинания на экране, чтобы мне хоть написали это. Я могу уже что-нибудь... Свет зажечь. Может быть, стоит отломить кусок кристалла, раз он так классно светится, и носить с собой? Я думаю, это была бы неплохая идея взять вот этот факел, допустим. Магический. Пока не очень ясно, куда надо идти, в какую сторону, на какой свет. На зеленый, на синий. Вся пещера, она одинаковая, абсолютно одинаковая. Даже нет каких-то приметных мест, за которые можно зацепиться. Не знаю. Ой, не знаю. Чё бежишь? Куда бежишь? Нахуя? А вот, прибежал. А, отражение, кстати, хорошо сделано, но на лужу не похоже. Light. Заклинание. Люмен. Люмех. Люментиал? Люмех вроде написано, но мне кажется, люмен должно быть. Тиал. Тиал. Люмен тиал. Люмах тиал. Ёб твою мать, свет! You just learn a spell. Формула. Так. Ваш журнал. А, надо кнопку нажимать. Pronoun. Так. Тиал. Люмен тиал. Ёб твою, получилось. А, да. Шикарно. Ёб ты, всю жизнь мечтал. Люмен, блять. Люмен тиал. Тиал. Люмах тиал, ёб. Так люмах, ёб твою мать, или люмен. Дерьма ты кусок. Глухая пизда. Ой, простите.
Шлюхас Телепортус. Нет такого заклинания. Борделиус Посещайтус. Сиська Строголас. Люмахтиал. Люмантиал. Заебись, Люман все-таки. Классная группа, кстати. Ну это все прекрасно, конечно, что она распознает мой... Да ёб твою мать. Со столба спуститус. Пизда, какого ж ты хуя тут повис-то, ёб твою мать. Да, что, как мне... Люмантиал. Как отсюда слезть, ёб твою медь. Пиздец. О, отлично. Все-таки русская магия нет-нет, да срабатывает. Ёб твою мать. А, здесь стена стеклянная, здоровая, туда не пройти. Шикарно, шикарно. Так, давайте пробежимся, я хочу найти фаерболы. Ой, а наугад можно, интересно, наугад назвать команду? Люмантиал. А может просто надо Тиал? Ну-ка потуши. Тиал. Тиал. Люман. Люмус Максима. Фаербол. Люмантиал. Люмантиал. Ёбаный ты в рот. Люмантиал, я тебе сказал. Люмантиал. Люмахтиал. Люмахтиал. Пиздец, полное дерьмо. Вау. Вау-вау-вау. Ой-ой-ой. Нихера себе. Да как я сюда дошел-то живой? Меня хранил... Ёб твою мать. Меня хранил Люмантиал всю дорогу, наверное. Вау. Да нет, нет. Я, конечно, жалуюсь на то, что игра меня периодически не понимает, но это первая игра, наверное, где так магия работает. Это круто. Что бы я ни говорил, это круто. Это красиво, галлюциногенно. Люмантиал. Люмахтиал. Люмантиал. Люман. Тиал. Дуня Кулакова. Люмантиал. 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 Это напоминает мне, когда мой дядя пытался голосовым вызовом позвонить своей жене. Это было что-то... Наташа. Наташа. Ната. Ната, блядь. Вот так вот. Ох, какая красотища. Хер с этим Люмантиалом, все равно он мне сейчас не нужен. Это просто, знаете, Алиса в Стране Чудес, которая научилась кастовать. Красиво, да усрачки, конечно, все здесь сделано. Я помню недавно, ну как недавно, год назад, делал первый взгляд на какую-то игру, где можно было магию собирать. Но магия кастовалась там не ртом, как бы, ну, не голосом, а кнопками. Была тоже очень сочная и красочная, и тоже без русского языка, и нихера непонятная. А здесь сразу несколько фишек, но... О, надо на какаху запрыгнуть. Какахи! Ну, конечно, загадка не в стиле Tomb Raider, но шикарно. Всем так надоело, что я везде говорю Dark Souls, я теперь буду говорить Tomb Raider везде, потому что Tomb Raider, я так понял, все же любят. Так, новая магия, давай. Эктолюмен. Хорошо, я понял. Эктолюмен. Ебануться. Мечикус Джедаюс. Вот что это. А, когда я сюда свечу, что-то происходит. Вау. Она как кокульку отложила мне специально. А как заклинание сказал? Эктолюмен? Ну-ка, погаси. Эктолюмен. Охуительный я колдун, блядь. Просто маяк Акопян, ёпта. О, звезда моя, свет моих очей. Ахалай, махалай. Нет. Я знал, что он наёбщик.
А, но беда в том, что я уже забыл, какое было первое заклинание. Экто Люмен. Заебись. Ах, красота. Чувствую себя немножко дебилом, примерно таким дебилом, каким меня представляют сейчас соседи, которые наверняка все это слышат через стенку. Потому что я почему-то, когда кастую заклинание, считаю, что в игре меня слушает обязательно кто-то глухой. Экто Люмен. Хуй, да? Ладно. Экто Люмен! Экто Люмен! Авада Кедавра, нахуй! Сдохни, тварь! Охереть. Все жизни мне столопиздрючили, блин. Какие-то маленькие ублюдские черви. Как стену огня? Тук-тук, кто в теремочке живет? Бля, какая тут красота, ёпта. Это, знаете, похоже на Биошок. Это шок от нового Биошока. Вот первые два Биошока, которые были в подводном городе, которые были мрачные и действительно атмосферные. Нет, последний Биошок тоже прикольный, но по-своему. Он уже не мрачный, он уже на свету, и там сюжет просто мозговзрывательный. Но первые два мрачных Биошока были особенно такие... атмосферные, что ли. Что здесь такое? А что это движется? Экто Люмен! Люмен какой-нибудь! Люмен! Свет! Экто Люмен! Заебись. Где? А этот Люмен нихера не светит. Какой другой был заклинание? Сейчас. Люмен Тайл. Тейл. Тиал. А. Люмен Тиал. Люмен Тиал. Люмах Тиал. Тиал. Люмен Тиал. Ёбаный ты дерьмо, сука, говно. Люмен Тиал, я сказал. Экто Люмен. Вот заебись. А, задачки, где надо светить в какие-то гнезда, конечно, полное говно, но... Ну да ладно. Люмен Тиал. Тиал. Люмен Тиал. Пиздец. Ну не работает же, дерьма кусок, ёб твою мать. Люмен Тиал. Люмен Тиал. Люмен Тиал. Я Волан-де-Морт, или ты мне, блядь, снесу нахуй сейчас. Блядь, сука, да какого? Пиздец. Придется выкрутить нахуй яркость на мониторе, потому что, блядь, это магия, это... Да нахуй, что ты кряхтишь, блядь. Прыгай, ёпты, расколдовать не можешь. Да-да-да-да-да, я сдох. Да пошла ты. Кусок говна. И где же, блядь, этот контроль... А, о! А, разработчик вообще слышал про контрольные точки когда-нибудь в своей жизни? Заебись. Ждем, когда прилетит последнее говно, чтобы на него запрыгнуть. Вот оно. Люмен Тиал. Ну видите, не работает. Люмах Тиал. Люмен Тиал. Абдумни. Дерьмо. Да-да-да. А-а-а. Пиздец. Экто Люмен. Вот это работает, блядь. Чё с этим ёбаным Люмен Тиалом, блядь? А-а-а. Сука, аж бесит. Может не Тиал? Люмен Тиал. Да, блядь. Может, я неправильно читаю? Тиал. Может, не Тиал, Тейл кто-нибудь? Но если у них Люмиш написано, это Люмен, то... Люмен Тейл. Люмен. Блядь, пойти на гугле, что ли, спросить, как читается это говно. Ниссан Тиана. Тоже не работает. Экто Люмен. Вот, вот это заебись заклинание. Сразу, я сразу это понял. Куда идти-то, ёпта? Экто Люмен. Я знаю, что они сейчас нападут, пидоры.
Уроды. Так. Опять эта, сука, комната, блин. Вот если бы загадок здесь нахрен этих не было, было бы лучше. Потому что я думаю, что здесь всем хочется именно кастовать, а не разгадывать эту хрень. А, зашел на Google Translator. Тиял надо говорить, по-моему. Люмен Тиял. Дерьмо ссаное. Могли бы поблажку сделать. Я чё, блядь, англичанин, что ли? Тиял, блин. Так, что вот это такое здесь интересное? Это не кнопка, это вообще нихера. Люмен Тиял. Авада Кедавра. Люмен Тиял. Все, опять пиздой накрылся. Люмен Тиял. Люмен Тиял. Люмен Тиял. Экто Люмен. Я просто хочу убедиться, что она все еще работает, блядь. Господи. Вот у меня просто уже бомба накопилась. Сейчас она, блин, как даст, как даст. А почему не пройти? Не к стене, вот здесь сюда в упор не подойти. Потому что Люмен Тиял. Да ладно. Что, сработало, что ли? Сам не верил уже. А можно это поярче чуть-чуть? Мор. Лайт. А, да. Не угадал, блин. Ну хоть с Тиялом, блин, разобрались, ёптель. А, блин, на, как хорошо, черт. Блин, мы разошлись, как в море. Давай, как в море корабли, поближе. Пачки. Какой тут круговорот запчастей. На какой остановке выходить-то здесь, а? Люмен Тиял, блин. А, Экто Люмен. Люмен Тиял, Экто Люмен. А, я просто повторяю, чтобы не забыть, потому что... Ёпты, как я сейчас не улетел вниз, нихера не понятно. А зачем я тут спрыгнул? Экто Люмен. Так, надо это погасить. Экто Люмен. Может, здесь что-то надо, блядь, поджарить этим светом. Он какой-то особенный свет-то. Нет. Он абсолютно, сука, бесполезен. Мне надо просто на тот берег перебраться, да? Но здесь ни один кусок не летает достаточно высоко, чтобы я мог туда залезть. Тогда, значит, мне надо спуститься. И в этом нам поможет Люмен Тиял. Люмен Тиял. Люмен Тиял. Люмен Тиял. Люмен Тиял, блин. Люмен Тиял. Люмен Тиял, блядь. Сука. Дерьмо. Ну давай ты вниз куда-нибудь, блядь, не... Капец какой, дайте мне очки ночного видения хотя бы для этой игры. Почему тут темно, как в заднице? О, я вижу. Да не помрёшь, ёпт. Что, блядь, какое? Оу. Люмен Тиял. Тиял, блядь, вот так надо говорить, нахуй, чтобы... Ёпт твою мать. Где? Куда тут вниз спускаться? Где заклинание полета? Нахрен мне это? Ходьба, блин. Чё как лох-то? Думаете, чё-нибудь я вижу от этой лампочки? От Люмен Тияла этого, блядь, грёбаного, сука, на китайской лампочке? Ни хрена не вижу, темно. Куда? Чего? Высоко считается, да? А мне кажется, что рядом. Но чё я буду спорить с авторитетной игрой? Тут, походу, если платье сине-чёрное, делать вообще нехуй, да? Пиздец. Может, я тут какое-то заклинание не нашел, а? Чтобы притягивать какое-нибудь говно к себе. Есть такое?
Эктолюмен. Я уверен, что все дело в нем, блядь. Да нет. Это просто тупая прыгательная задача. Или да. На ту сторону мне не перепрыгнуть, это уже понятно. Так мне и вниз не допрыгнуть. Что тоже яснее ясного. Так куда же мне, мать, чего надо-то, а? Да хули ты, ёб твою мать, блядь, пиздец какой-то. Я, походу, короче, вообще не сюда пошел, тут делать нехеру. А... Ёб твою, блядь. Эктолюмен. Давайте, пидоры, кто кого, ну. Эктолюмен, я сказал. Эктолюмен. Да хули тут... Wi-Fi, блядь, то что ли, не ловит. Эктолюмен. Эти, блядь, прыгательные загадки, где надо прыгать к негру в жопу, блядь, с таким освещением, мне нахрен не нужны, но похоже, что просто я видео про бетку смотрел, там вообще этой комнаты не было, я догадываюсь, почему, блядь, люди бы ее увидели уже, никто бы эту игру не скачивал после этого, какое бы заклинание здесь прикольное не было, но, блядь, это просто... Я не знаю, может, есть узкий круг любителей таких вот загадок, как я их называю, угадай, как туда пройти, но, блин, я вообще не в их числе ни разу не был никогда в жизни. Эктолюмен! Зажги нахуй эту карту, блядь. Зачем она нужна? Что это нарисовано? Ёбан, блядь, кто это поймет? Что вот это такое? Где тут я, блядь? Что тут? Где, нахуй? Блядь. Карта, блядь, нарисовали. Ёб твою мать, игра про магию. Причем я опять нахер забыл первое заклинание. Да пошло оно, блядь, в жопу. Один хуй его вспомнишь, оно не включится. Если я сделал... О, значит, я должен что, начать сначала или что? Они очень долго здесь летают. Это бесит, как они долго летают. Я уже 4 раза должен был вниз спуститься. Мне интересно, а мне вообще надо вниз? Давайте спустимся, блядь, без парашюта и посмотрим. Хуй даже поймешь, что надо в этой игре. Ладно, эта игра не для меня, эта игра для очень-очень душных людей, которые очень-очень мечтают быть колдунами, которые будут здесь дальше продолжать произносить в микрофон свои заклинания. Но когда я слышал, что игра должна быть про магию, где управляешь магией голосом, я рассчитывал кидать в монстров фаерболы. Последнее, о чем я думал, это о том, что буду как долбоёб, блядь, прыгать по какой-то хуйне, блядь, в 21 веке. Летающие камушки, блядь, дай-ка я по ним попрыгаю, как пиздато. У меня есть два заклинания, ёбную мать. Куда идти, а хуй его знает. Вот на стене есть классная карта, блядь. Пожалуйста, пойди, ознакомься. Это просто невозможно, я не знаю, как... Но... нет, нельзя обсирать игры, нельзя, я должен, даже игра очень красивая, очень пиздатая, магия охуительная, эктолюмен, а я ее еще не выучил, ну ладно, то есть игра вообще просто шедевр, все качайте, игра заебись, просто я для нее слишком тупой, поэтому я пойду играть в Dark Souls, в игру, в которую играют все тупые, такие как я, все, всем спасибо, адью.